Здравствуйте. Такая пустынность на улице. Вообще никого почти. ЛМ. Прикольно. Такая вообще спокойность, такая, ну, я не знаю, какое-то спокойствие. Сейчас мне надо узнать, где Плац Вольного. Основательных знаков тут нету. Не знаю. Запка. Малый великий склеп. Кафе. Не, ну мне ж надо знать, где площадь. Ладно, пойду просто прям. Ни у кого спросить. Как вы вас видели? Bardziej tutaj bardziej. Tutaj. Albo. Nie, tutaj. Ulica to będzie, nie? To do końca jest, zobaczy pani plac. Tam będzie plac. Вот так вот. Нашла, куда идти. Главное знать некоторые фразы. Такие классные дома. Одинокий мужчина сам на боку. Нигде ты не курит и спит на боку. Запитала у гарного мужчини. Класно. Тутай і тутай. Туда і сюда. Тутай. Локальне бюро. Локальне бюро до винайму. Канцелярія правна. Канцелярія адвокатська. Тишина, вообще тишина. Друг скан. Фото. Клиника. Ксеро друг.
очень много к аэрогруппе. Итак. Такое здание. Гарне. О, банк мой. ВБК. У меня карточка этого банка. Такое, ну вообще, не средневековое здание. Даже не знаю, куда его дальше. Ну вот, можно представить, что я одна в этом городе. Ну, вернее, не одна, конечно, но куда-то вышла и куда. Где Хоинка? Где Хоинка? Он что значит? Пойдем туда. А что нам? Гулять так гулять. Тут что-то проезжаем. Пятерка. Вот Хоинка. Одинокий мужчина в самом соку. Ни плиты не курит и спит на боку. Вау! Что-то я вижу. Может, это даже плац Воинов?